своему удобному состоянию, своему удобному положению, как ты в пространстве говоришь. Мы все мы не какие-то роботы, какие-то, как сказать, стандарты. Да? Никто из нас не похож друг на друга. Каждый ходит по-своему. Один так, другой вот так, дети так. И как мы вот привыкли, так мы и играем. Один так привык ходить. Ну, так он играет, может быть. Я так не привыкла ходить. Я играю, как я хожу. Понятно? Да? Высоковато немножко. То есть, на самом деле, надо найти такое удобное положение, в котором ты сможешь долго находиться. Потому что долго играть ты будешь. Танцевать вот, видишь, надо. Уже неудобно. Я вижу, танцевать, наверное, надо в клепе, чтобы было удобно. Есть, на самом деле, такая наука, техника Александера. У нас о ней почти ничего не известно, даже в Википедии на русском нет статьи. Это наука о положении тела в пространстве. Это такой был английский оратор в начале 20 века. Ну, этим на Западе прям вот все увлечены, особенно для музыкантов, есть семинары всякие. Ну, вкратце, потому что сейчас уже времени нет, но значит. Это положение тела в пространстве, особенно для искусства, как брать дыхание, как находиться со своим инструментом. И есть специалисты, которые индивидуально для каждого подбирают, как ему быть со своим инструментом. И они же еще прям настраивают тебя и как-то так к тебе прикасаются, как остеопаты. Что-то общее с остеопатом. Что после них ты такой какой-то хороший. И все на месте. Интересно ориентированное. Ну вот тот, кто танцует с инструментом, они более как бы свободно. Ну, танцуют как бы, я имею в виду, какие-то танцевальные. Да, движения, может быть. Не знаю. Вот как этот вот. Мне не нравится, когда стоят, и что-то много делают со инструментом на сцене. Ну вот Стейгер, например, это блокфлейтист Стейгер. Мне не нравится. Лучше пусть стоит спокойно. Вот, левая рука обязательно, да? То есть поняла, что делать? И потом упражнение. Прямо вот такая гениальная тоже музыка. Вот такая, ну, как этюд.
быстрее. Ну, чтобы не было вылечить руки. Ну, в общем, это неправильно, и это будет считаться ошибкой, и тебя в оркестре не возьмут работать, потому что ты фальшивый и глупый. А для чего ты играешь фальшивый? Для кого ты играешь? Цель у тебя какая? Кому-то сыграть это? Ну, это фальшиво. Нам не нравится. Малыш у вас у нас. Я не привыкла. А, это девочка. Сколько времени? А у тебя есть что-то для меня? Давай я сыграю.
стеночку, да, будем получать. Да,
сами люди, композиторы, они как-то, видимо, что-то под ними другое понимали. Давай не будем их так отрывать. Потому что начало, ну, представляете, скрипач, который какое-то соло играет. Недавно открыла ссылку в YouTube на свою какую-то... Я для Алены Приворот ученица. Однажды в классе просто играла. Она стоит рядом, и мы с листа со своей пианисткой играли этот концерт. Ну, теперь все просят, и я ссылку в YouTube открыла. Заходите, послушайте. Испанский концерт по YouTube. Вот. А вот это вот каденция, сыграю ее какую-то, прям все, да? Как скрипачка.